Мальчики, девочки, всем привет. У Иринки, короче, вот такая жареная картошка. Кто был со мной на стриме, видел, как Иринка ее жарила. Вот, короче, у меня килька в томатном соусе, красная цена. Обалденная. Короче, вот такая килька. Это Иринка ее так открывала. Также сметанка. Сметана полевская. Свежая местная, 15% жирности. Что, как говорится, едим и худеем, да? Ой. Сейчас поедим. Короче, немножко вот так сметанки. О! Положим. Обалденно. Так, немножко перемешаем. Вкусно. Картошку, видите, как я хорошо зажарила. Почистила сама, пожарила. Ну, а кто еще будет Иринке это делать? Сама пока не сделаешь, никто не сделает. Так ведь? Ой. Ну, вроде на соль соленую, да. Где хлебушек? Хлебушек вот. Как без хлебушка? Так что всем приятного аппетита. Кушайте. Будем вилкой есть. То не культурно, а ложка есть. Ой, что-то скрипит. Девка, это такая обалденно. Очень вкусно. Короче, когда картошку жарила, я немного масла добавила. Я лоханулась немножко, короче. Сначала добавила вонючее масло. Ну, у нас стоит вонючее масло для салатов. А где твои салаты? Где? В холодильнике где? Вот. Ну, вроде сначала пахло, сейчас вроде не пахнет. Маслицом. Надо его немножко подвинуть вот так. Чтобы не скрипел, да? То как будто это так сильно раздражает. Вот так вот. А что не доем из рыбы? Маньке отдам. Может, доем. Я сейчас сметанку положить. Он мне бы сказал, нифига ты сметану-то ложишь. Кладу, девочки, кладу. Короче, знаете, сколько мне ушло по времени пожарить картошку? Ну, почистить, пожарить. 53 минуты всего-то. Наложить на тарелочку красиво. Со сметанкой. Еще и с рыбкой. Девки. Как говорится, наслаждаюсь жизнью. Там пишите. Ой. Че, говорит, опять набухалась? А вы мне наливали? Ну что? Нам, видать, сидят такие пропойки, которые галюны идут.
Ну как? Ну а как еще сказать-то вам? Одна худеет вместе со мной. Ну, 25 килограмм похудела. Так ты покажи. Худеющая ты моя. Он был огурчиком еще полезать. Ну ладно. То жирно еще будет, да, сокурщик это? У меня, девочки, кофейкат наливать, не наливать. Или жирно будет. Главное посуду помыть. Как говорится, за собой срач убрать. Вот так ведь? Вот картошка со сметанкой. Вообще, знаете, как вкусно? Можно было, конечно, домашней сметанки, за ней ехать надо. Вкусно. Сметана полевская, свежее место. Там это коровы хорошие, говорят, с полевском. Мы, между прочим, как-то с Максимом ехали на море. Там, короче, поле, такое большое поле. И на этом поле, короче, пасутся коровы. Вот, допустим, у нас такого нет. Чтобы у нас паслись коровы на поле. Ну, как-то так, да. Чтобы на нашем поле паслись коровы. Но у нас практически никто коров-то уже не держит. У меня эта женщина с какой-то деревни приезжает в город, продает сметанку. И молочко. Ну а так, чтобы как в Крыму на поле коровы гуляли, у нас такого нет. Надо было побольше картошки почистить. Блин, она такая мелкая, или не так лень ее чистить? А если я люблю, да.
Люблю я макароны. А что? Килька обалденная. Так что, девочки, пока вам жрется, жрите. Ну, что теперь сделать? А картошку-то я быстро пожарила. Вот чё-чё, картошку жарить я умею. Ну, чё, в этот раз у меня не получилось такое. Такая, короче, зажаристая. Может, потому что повар трезвый. Так что, девки, жрите, пока вам жрется. Ой, ты что, куда упал, захотела? Не, иди обратно. Конечно, вас это раздражает, но что поделать? Да? Ой, как я ребенка наелась. Надо еще, кстати, очистки выкинуть. Хозам не понесу, выкину в огород. Там кто-то это писал. Ой, у тебя такой большой огород. В этом огороде ничего нет. Так приди да посади. Да. Как-то плохо я посолила. Ну ладно, уже съелась. Там уже на перерабатывание пошло. Ничего. Так что, девочки, картошка получилась вкусная, мягкая. Как раз для Иринкиных супиков. Вы же там любите в фотошопе, да? Или как там называется? На этом, на Яндексе. Я вам это... Я вас специально трою, чтобы у вас это... Как сказать... Ваши мозги взрывались. Глаза у меня красивые, правда. Правда, люди говорят, красивые у тебя, Аринка, глаза. Тебе бы еще похудеть. Ну, когда-нибудь мы похудеем. И будем стройны, как Жоли. Да? И будем мы картошку есть. Все, я, девки, наелась. Ой. Что такое? Да вот это что такое, а? Я что? А, это, наверное, крахмал от картохи. Я думаю, что это за херня? А? Видите? Какой Ленки тут стройно. Вот так вот. Как это картошку чистила, что у меня крахмал на тунике? А? Девки. Ну, расскажите мне, как... А, ну да, вы же напишите, это же свинья. Ничего удивительного нет, это же свинья. Ладно. Всем, короче, пока. Я поела. Ну, еще бы, если бы посуду помыли, вообще бы был кайф. Да?
Вот, мальчики и девочки. Все, всем пока. Приятного вам просмотра. Кушайте, никого не слушайте. Ой, кусочек картошки на языке. Да, и видите, сегодня трезвая, из меня прет. Ой, меня прет, потому что гололед. Да? Вот. Не, я, короче, поела, мне так хорошо стало. В желудок попала еда. Так, так замечательно, Иринке, стало. Жру и худею. И вы тоже жрите и худеете. Вместе со мной. Ну все, девки, всем приятного просмотра. Приятного аппетита. Наливайте побольше. И всем пока-пока.